Куда? Чего? Куда? Немцев угощать. Советую им ихного царя свергать. Понимает, черт? Гуд-гуд, говорит. Хлопці, дивіться, молодий місяць починається. Не лайтесь, не перебивайте мені. Це ж місяць молодий. Брати, а брати, вишні хочу. Той вишні, що у нас на Україні. Вишня. Чуєте? Ой, за що ж ця мука людині? Хоч би жменьку той вишні, тоді б вмер. Щасливий ти ж, Адрін. Ну, а что? В отпуск едешь. Выходит так. А ну, читай. Товарищу, гражданину, господину Ленину. Мы выводим из ваших слов, сказанных в газете. Видно только вы один имеете сочувствие к настоящей свободе. Напишите, как скорее кончать войну и поехать домой для всеобщего счастья. И насчет земли. Верно. И на счет земли. Или что надо сделать, напишите, не сомневайтесь. Мы желаем вам здоровья и долго работать на пользу простых солдат и всего русского рабочего крестьянства. Верно? Верно. С подлинным верно. Подписуемся. Смотри, не забудь. Передам в собственные руки.
Товарищ капитан, дозвольте винтовку. Ведь немцы по нашим окопам не стреляли. Это измена. Было постановление комитета. Я не допущу этого. Продаешь? Шадрин! Они ведь не стреляли по нас, ну! Так вот в чем дело. В моей роте большевистская зараза. Ну, отвечать! Так точно! Так он... А ты знаешь, что этот ваш Ленин немцами куплен? Не могу знать! Не могу знать! Кто ты такой, Шадрин? Я есть солдат доблестной русской армии. Так, и ты перед лицом врага читаешь эту крамолу? Так точно. Ну, знаешь, был тебе отпуск, Иван, а теперь я его отменяю. Что, отменил? Царство тебе небесное.
сейчас заняты очень важным делом. И сюда никого не пускать. Хорошо. Повторите. Мы будем сейчас заняты... Соображайте. Кто это мы? Вы будете заняты очень важным делом. Так, и? Ну и сюда никого не пускать. Идите. Господа, я предлагаю вызвать дух императора Наполеона I. Вызываем дух императора Наполеона I. Великий император, ответьте нам, долго ли продержится власть большевиков? Русский капитал, свет страны. Das russische Kapital, die Blüte der Nation. Прошу вас. Господа, скрывать нечего. Перед вами лицо, уполномоченное императором Германии Вильгельму II. Ведение переговоров с кругами, прямо заинтересованными в спасении России. Прошу садиться к вам. Я полагаю, что эмоциональная сторона нашей общей беды меньше всего интересует господина, не имею чести знать имени, отчества, звания. Я прошу перевести мой вопрос. Кого вы считаете самой выдающейся личностью современной России? Der Herr wünscht zu wissen, wen halten Sie für die außerordentlichste Persönlichkeit des gegenwärtigen Russlands? Ленин. Ты-то здесь кому, солдат? А тебе-то какое дело? А зачем свечку с собой таскаешь? Я в деревню еду. Может, мне сейчас заземлиться, ратовать придется. А какая же теперь деревня, дура? Ну, ты что, брат, ты это, не того. Так ведь я ж любовно говорю. Любовно. Любовно тогда валяй. Так. Ну, а зачем в Питер приволокся? К сестренке. Она вон здесь у господ, в прислугах живет. Деньжонок занять на коровенку. Деньжонок на коровенку. Лапать. Вот ты не цыкай, лапать. Я, брат, тоже, брат, грамотный. Грамотный, а ни черта не видишь. Слушай, да ты мне с какой стати ругаешь? Да ведь я ж любовно. Он же любовно ругает. Любовно говорит человек, это ж понимать надо. Батя, откуда? Мы? Да. Мы-то? Да. Красная гвардия Нарвской заставы. Что? Красная гвардия Нарвской заставы. Гвардия. Гвардия, без усов. Чё? Да усы-то где? Молодой. Ты еще не знаешь, какая бывает гвардия. Гвардия-то... Ну, дай взаймы кусок бороды. Бери. Ой, стой, 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 стой. Сестренку-то как звать? Екатерина? А что? Да ты кто ж ей будешь? Сват или брат? Ну, брат, да это опять не твое дело. Да нет, ты скажи. Я ведь ей тоже не чужой. Не знаю, что-то я не слыхал у нас про таких родственников. Стой, 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 стой. Да уж не брат ли ты Кате, Иван Шадрин? Ну, брат, да ты-то кто? А я ей жених. Эх, ага.
Ну, жених это еще не родня. Ну, это как сказать. О, хитрый же ты, солдат. Мы, кажись, с тобой друзьями сделаемся. Ну, здорово. Ну, здорово. А какого черта мы здесь стынем? Ты, брат, теперь с нами пойдешь, верно? Вот. Куда? Вот сюда. То есть? На твое счастье, советская власть этот особняк национализирует. Вот это? А, и ты сейчас нам помогать будешь. Пошли. Да нет. И не тогда. Пойдем, папаша. Костя, действуй. Есть. Пойдем. Погоди. Ну-ка, поди сюда. Пойдем, папаша, пойдем. Звони-ка. Ух, попадешь с вами в переплет, а? С нами обязательно попадешь. Звони, звони. Смелей, папаш, приучайся. Звони, нажми кнопочку. Ну, смелее. А? Страшно. А? Мне что, вы отвечать будете? Мы ответим. Давай, давай, Савелий. Узнаешь? Узнаю. Да не верю. Ну, теперь эта сила не имеет. Я с приказом от ревкома пришел. Не бойся, старик. Тебе отвечать не придется. Давай, Костя. Не, 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 давай, не, давай, не, давай, не, давай, не, давай. Не, 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 довольно, довольно звонить. Костя. Порядок. Ну-ну, не робей, солдат. Пошли. Спиритизм. Ах, нет. А, что это такое? А это... Ну, в общем, они чертей на нашу голову скликают. Чертей. А что? Хватит. Вам, господа, придется очистить помещение. А на каком основании? На основании советской власти. Но история знает примеры, когда враги становились друзьями. Учитывайте, что с точки зрения международных отношений здесь много щекотливых и, я бы сказал, неприличных. А с большевиками жить прилично? Имейте перед глазами только одну проблему. Большевизм. И тогда все сделается прилично. Без фиговых листочков и сознательно мы должны сдать Питер немцам, установить немецкую военную власть, немецкую полицию, перевешать товарищей и дать России крепкие правительства. Все. Это переведите в общих чертах. Also, Petersburg muss von deutschen Truppen okkupiert werden. Deutsche Militärmacht muss herrschen. Die Bolschewisten müssen hingerichtet werden und dann muss Russland eine kräftige Regierung bekommen. So? Понимаю. Все это я точно понимаю, Захар Захарович. Хорошо. Но можно мне с ним поговорить? Пожалуйста. Переводи. У вас теперь сила. Хорошо. Мы слабы. Вот видите, я. Я остал. И про
прошу вас, выручайте. Но мы хозяева, с нами давайте торговаться. Давайте говорить коммерчески. Большевиков надо сбрить. Сбрить с лица русской земли. И вам так хошь японцам, пушай берут. С нами надо торговаться. Мы хозяева. Захар Захарович. Как вы сюда попали? И что вам здесь нужно? Осматриваем помещение для военных нужд. А кто вам дал право? Право нам никто не давал. Мы его сами завоевали. Сегодня выезжаете? Сегодня. То есть, как вы смеете? Это моя собственность, и я еще вернусь. Ну, это мы еще посмотрим. Дорогие товарищи! Бросьте, не пройдет. Не продаемся. Переводить или не надо? Не надо. Жив, здравствуй. Ну, я сейчас. Кажется, ты с Николаем сюда взошел. Ну, взошел, значит, взошел. Это кто, жених, что ли? Ты смотри, Катерина. Я не маленькая. Да нет, я же не против. Но был бы человек-то хороший. Да и не думаю. Вы уж сразу сват. Мы просто знакомы. Вань. Ты его полюби. Он человек хороший. Но любить это бабам полагается. Знакомая. Ну и Будя. Сперва женись, а потом уж и того. Какой ты темный. Темный? А ты светлый? Ну, посветлее тебя. Что ж я, по-твоему, значит, лапать, да? Нет, не лапать. Не лапать. Сапог. А, сапог. Ух ты. Ишь, столица. Ну, ты идешь со мной? Ну, иду. Тут держись ближе, не отставай. Не бойся, не отстану. Над городом стали, в воздухе пахнет грозой, за далекой юнорской заставой парень идет молодой. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя, мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобою порога, и, быть может, навсегда. Черные сивы метутся, ветер нам дует в лицо. За счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйдешь, милая, да встречать. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобою порога, ты мне счастья пожелай. Хорошая песня. Могу вам попасть слова на память написать? Милый, я-то свое спел. Это вот ты теперь попой. И попоем, Сень, давай. Давай. Жаркою страстью пылаю, сердцу тревожно в груди. Кто ты, тебя я не знаю,
ну, наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милай, поцелуй меня до уста, и клянусь я тебя до могилы не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы не забуду никогда. Клянусь вам честью, папаша, вы мне очень нравитесь. Оставайтесь жить у нас в Петрограде, за Нарвской заставой. Ну, то ты брось эту свою агитацию, мне в деревню надо. То есть какая же это агитация, папаша? Путиновцы, становись! Караульные отвольные, выходи! По денечку собраться у главной конторы! Мы едем с Петропавловска, с Олесновцами! Ну, до свидания, Шадрин. Увидишь Катю, клони. Погоди, погоди! Ну, а я куда? А я не знаю. Тебе ж в деревню надо, ко двору. А мы в Смольное, а тут на фронт. Что? В Смольное? Ну да. В Смольное? О, в Смольное мне. В Смольное мне обязательно надо. А тебе-то зачем? Мне надо, у меня там, я... Мне обязательно одного человека повидать надо. А, да, ну... да, 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 да. Пойдем, пойдем, скорее, пойдем. Ну, пойдем, пойдем. Больше, чем у нас с тобой. Не-не, в случае чего ты мне его покажешь? Ну, конечно, покажу. Пошли. Пошли. Союз кожевников! Проходи, кожевники. Здорово, Дыбов. А, здорово, Коля. А это кто? Солдат с фронта, со мной. Вали, солдат, пошли. Вали. Здорово, Андрей. Здорово, Костя. Гавриил. Гавриил, проходи, Гавриил. Побудь пока здесь. Я сейчас за патронами схожу. А ну. Это вы кто, что такие собрались? Каких частей народ? Мы, брат, все здесь одной части. Серые гусары. Это я по запаху чую. Причаливай к берегу, наш будешь. Ну, на приглашение спасибо. А то который день на ногах толкусь. Ты тоже на зимний ходил? Чего? Ну, какой на зимний? Вот террас. Где ты был? Где был? На свете. Ты, куму, из себя не строй. Здесь народ понятливый. Говори, откуда ты взялся. Это что за кондуктор, что ли, билет проверяешь? Я тебя от имени революции спрашиваю, понял? Ну, гляди, гляди, высоко тянешься, парки треснут. Что? Товарищи,
Этот солдат не наш. Не от кадетов ли он подослан? Этого солдата обыскать надо. Обыскать. Ну, гляди, гляди, я тебя обыщу. Я тебя обыщу, так что не ахни. Полегче, полегче. Ты чего? Чудик! Пехота! Пятерых добровольцев отсчитать надо. Товарищ морской, мы здесь провокатора поймали. Провокатору расстреливают на месте. Документ. Почему я тебе должен документы показывать? Потому что я представитель власти рабочих крестьян. Ну, а я кто? А ты еще неизвестно кто. Именно. Это я неизвестно. Они представители. А я неизвестно кто, да? Они представители. А я неизвестно кто. На! Они представители, а я неизвестно кто. Помолчи, мешаешь выяснить лично. Мешаешь выяснить. Какой же провокатор? Это окопник Иван Шадрин. Недоразумение считать недоразумением. За провокатора перед товарищем извиниться. Так ведь я... Пятерых бойцов мое распоряжение. Да не 20, не 25. Отставить. Захвати с собой полонтю хлеба, неизвестно, когда вернемся. Мирно! Далее, оп! Ага! Арс! Товарищу окопнику разъяснить внутреннее и международное положение. Всего хорошего, братья! Извиняюсь. Ну, чё ты такой злой? Земляки, хлебцы не дадите? Дадим. Погоди, я тебе сейчас такую бумагу дам, сразу добрее станешь. Братцы, грамотно ли помочь? Сам разберусь. Декрет? А что такое декрет? Декрет — это закон. А, декрет — это... Владимир Ульянов, Ленин. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выкупа. Отменяется без всякого выкупа. А? Ох, сейчас бы, братцы. Чего? Чайку бы достать. И чего захотел? Да сейчас заварим, гуляй из моё почтение. А это где? Да мы сами здесь впервой. Я сейчас проворю. Ой, пожалуйста, эту бумагу никуда не... Я с собой возьму. Товарищ, не знаете, где тут все катушки, да?
уважаемый, где бы здесь чайку достать? Вы извините, уважаемый, мы издалека. Соскучились по чаю. Ох, не говорите, уважаемый. Ну, пройдемте, укажу. Вы, товарищ, давно воюете? Третий год без выхода. Из окопа давно вернулись? Не 10-12, как живой выскочил. Плохо дело. Ох, беда. А у немцев как? Вы ничего не замечали? Да что же, если по нашим заметкам судить, тоже не сладко. А какие это заметки? Это очень важно. А вот кофеем таким, знаете, цикорием пахнет. Так. Вот пленного проведешь, а он не тот стал немец. Не тот? Не то. Устал немец? Ну, что и говорить. А пойдет с нами на мировую? Кто ж я знаю. То есть, если судить по солдату, так война на всем осточертела. Но ведь у них-то царь. Да ведь наши генералы тоже мира не хотят. Вот это верно. Как же быть? Уж не знаю. Ну, а если советская власть скажет солдатам, берите дело мира в свои руки. Да, я тебе так скажу, дорогой товарищ. Вот ежели советская власть это самое скажет... Не набейте. Кто? Я? Хотя бы вы. Возьмите себя. Сейчас каждому солдату приходится за судьбу всей России браться. Да, страшновато, не спорю. Вы женаты? Был, теперь не знаю. Дети остались? Трое. А земли много? Ну и где что? Лошадь есть? Цела. Корова? Вот коровы нет. А винтовку бросать нельзя? Как? Нельзя. Нельзя. Боязно бросать ее, товарищ. Керенский идет на нас с оружием. Так. А Каледин на Дону поднимает казаков. Эх, черт. Так что же это, если они первые кинутся на народ? А? Опять война? Солдат ведь устал. Это за что и как воевать? За... Сейчас за Дарданеллы воевать никто нет, не будет. За Дарданеллы воевать мы не будем. Не будем. Не будем. Нет. Но если царские генералы захотят посадить помещиков, и капиталист. А вы как думаете? Вы сами как думаете? Тогда пойдем воевать. Воевать надо сегодня. Сейчас. Тогда пойдем воевать сейчас. А? Нет, уважаемый, вы что мне, может, не верите? Так я вам от чистого сердца говорю. Ну, простите, что задержал. Да что вы, какой ну. Там. А чаю? Пойдемте, я вам покажу. Ага. А чаю вы найдете наверху. Вон там, по лестнице. Там у нас столовка. Как ваша фамилия? Шадрин. До свидания, товарищ Шадрин. А те люди-то какие бывают, а? Браток, ты меня не бойся, я с фронта. А я тебя не боюсь. Слушай-ка, с кем это я разговаривал? Кто это такой, а? Кто? Ты вот это вот. Ленин. Что ж ты раньше-то? Эй, а чайник-то? Много народу пришло. Пусть входит. Так как же я вас тогда охранять стану? Охранять? Я право не знаю. Как-нибудь охранять. Конечно, если вас поставили, то стоять надо. Уж вы не обижайтесь. Товарищи, вы ко мне? Видите ли, это чужая комната, а там у меня есть своя. У кого самые неотложные дела? У всех, вероятно. Ну, пойдемте все вместе. Ну,
написал обращение от имени ЦК ко всем трудящимся классам России. Меня ни на минуту, ни на волос не пугают предатели и дезертиры. Послушайте, это же блохи. Они нас будут преследовать всю жизнь. Зиновьев, Каменев. Я лично думаю, верю, знаю, что никак нельзя поколебать партию большевиков. А вот бить надо. Слушайте, мы не умеем расправляться с людьми, предающими интересы революции. Будьте любезны, товарищи, выслушать мое мнение по этому вопросу. Мы страшные либералы. Мы непозволительно церемонимся с этими людьми. Да, понимаю. А снаряды оказались в Петропавловской крепости. Вы их отправили? Я тоже так думаю. С нашим народом мы сдвинем любые горы. Ну, вы же близко, заходите за мной. Вы меня ждете, товарищ? А что чаю вы тогда нашли, товарищ Шадрин? Чаю. Чаю. Ах, чаю. Эх, товарищ Ленин, тут не до чаю вышло. А что такое? Ну, ничего, придет время, я три самовара укокошу. Укокошу. А чего вы здесь ждете, товарищ? А вот. Вот, вот мы, я и солдат, да? Вот, извиняюсь, не так. Ну, не так. Пойдемте. Теперь наша задача закупорить станцию Александровскую. Не пускать дальше противника к городу. А то нас бинокля нет с тобой. Ну, кто их там разберет, казаки, а не или пехота? А кто опаснее, казаки или пехота, а? Казаки опаснее, если их подпустить. Пехота она. Да нет, пехота тоже опасна, если упрется. Хотя у них какое настроение. Я тебе скажу так, война, она от настроения зависит. Ребятами пленного взяли. Ползет стерва. Ну, ладно, а после будем папаши. То есть? То есть. Я здесь командир, а не папаша. Понял. Больше не буду. Ну вот, ну, служи дальше, сами допросим. Есть, товарищ Шадрин. Во-во. Фамилия. Макушкин. Рядовой? Так точно. Ты против нас воюешь? Да нет. Не могу знать. Я... Что же ты, дура, воюешь? Да, я... Вот сразу бы понял. Катрин, так не полагается. Не полагается. Они вон пукают. Но человек несознательный. Несознательный. А я сознательный. Небось, одни университет кончали. Пойди-ка сюда. Ну, ладно. Шапку-то надень, простудишься. Много ли вас там? Какие части? Ударный батальон из Луги прибыл. Только что выгрузились. Ну, солдата они по буквам узнают. Так и начну. Дураки, черти, чего вы стреляете? Вали.
какой тут знак поставить? Ставь вопросительный. Стрелять мы тоже умеем. Мы солдаты. И вы солдаты. Вы за мир? И вы за мир. Передай своим, чтобы все прошли. Одна нога здесь, другая вон там. Ну, дуй. Будет сделано. Сколько быстроты в человеке бывает, а? Да. Ну вот, теперь хоть на дело похоже. А что? Переговоры начинаются. Верно, верно. Гляди, гляди. Ага. Жигулев. Сидоров. Сидоров, тебя назначаю командиром в мое отсутствие. Есть, товарищ. Ну, Коль, пойдем. Пойдем. Ишь ты. А ты, я вижу, смелый. А ты за кого меня держал? Да нет. Все-таки вы, так сказать, пролетарий штатский. Ах ты, акуля. Опять ты меня конфузил. Ну-ну, некогда с тобой целоваться. Пошли. Эх, вот сейчас бы рассказать товарищу Ленину, как мы с тобой воевать начали. А. Со смеху бы пропал. Да. Братцы, идут! Христолюбивому воинству! Здорово, воины керенские! А вы советские? Ага. Керенского солдат, небось, пробовал, а? Как скажешь, батя, не слышу. Ну, ты не агитируй. Начинай свои переговоры. У меня дело громадное. У вас есть здесь батальон за Керенским? Или есть который за народ? А это военная тайна. Да не к тому вопрос. Хотелось бы всему народу сразу сказать. Но сбор для тебя играть не станет. Да ладно, однако ж присядем. Ну, говори, пока офицеров нет. Вот что, други мои. На Мидне я сам с Лениным разговаривал. Врешь. Ей-бог. Перекрестись. На! Чудно. И какой же он? Наш! И солдат! Сказал! Он великая голова, его же весь мир знает! Какую же власть он устраивает? Рабочую, крестьянскую. А про землю? Про землю-то как? Про землю-то как? Про землю. Вот это есть самое главное! Про землю и про мир! А то стреляете тут без толку! Шлицкий агитатор? Приставать! Отвезти на станцию! Ну, ведите, ваше благородие, ведите. Не разговаривать! На станцию! Земляк! Земляк! Расскажи все-таки про Ленина. Нет, теперь я арестованный. Недостойно вы. Меня отпустили как своего брата, а мы его в штаб. Недостойно, брат. Эй, эй, за что его? Он Ленина видел. Ленина видел. Это не Ленин. Брат, Ленина видел. Скажи про Ленина. Брат, недостойно. Погоди, я расскажу. Стой! Ну, рассказывай, что тебе Ильич Ленин говорил.
говори, ну. Встретил я его, вот как тебя встретил. Ну, разве это ты или я? Ведь это кто? Подумать-то если. Остановился он. Остановился и на винтовку на мать поглядел. И взгляд у него такой внимательный и веселый. А я, правду сказать, оробел. Я стою себе, глазами хлопаю, как ворона. А ведь он сразу добился. Почему ты за винтовку держишься? Кто ты? Чей ты? К чему у тебя душа лежит? А ты, говорит, товарищ Шадрин, власть помещиков и капиталистов обратно желаешь? Я говорю, нет, Владимир Ильич, я не желаю. А ты, говорит, товарищ Шадрин, подумал, что теперь каждый солдат за судьбу всей России отвечать должен. Ну, и что ж вы думаете, ведь он не только всю мою жизнь узнал, но я вам сказать не умею, что он сделал мне, товарищи, верите, я забыл. Что я, где я, с кем я? Ну вот, готов ему всю душу выложить вот до того свой, до того понимающий человек с тобой говорит. Ведь мы же все знаем, что Ленин народный вождь. Но я не ждал, не гадал, чтобы так понимал он самого последнего солдата, как я. Вот и все. Ну ладно. Ну что ж, ведите в штаб. Слушай, браток, а где твой штаб, а? Мой штаб? Да. А мой штаб это я. Солдаты. Я так думаю. Надо. Нам к его штабу примыкать надо. Как-то лучше, лучше. Братцы! Ленин, ура! И что за часть идет? Не ваши? Нет, это какие-то чужие. Стрелять, что ли? Погодите стрелять без команды. Эй, люди! Вы чьи? А вы за кого? Погодите воевать! Давайте разберемся! Вышлите сюда делегатов! Евтушенко, Лопухин, братчики! Иван, собачий хвист! Ты что тут рубишь? Да вот с вами воевать собрался. Чего на тебя? Ты что сказал-то? Мы ж наши, так и мы наши. Это ж наши! Ну, видал? Цельную роту сагитировал, хвали. Роту, если полк. О, что ж, я где ж там? Я серый, я ведь лапоть. Ну, соединяй отряды.
солдаты, сюда я не пущаю. Как дура, мы же не господа, мы товарищи. Товарищи солдаты, я за руки. Здесь генерал, начальник штаба уссурийской дивизии. Ну, командир-то дома. Ну, клич там его, Халуев. И я не пойду. Что не пойду, я часовой. Часовой, понимаешь? Слушай, я тебе именем рабочей крестьянской власти приказываю, клич Халуев. Халуи-то все разбежались. Один генерал сидит. Сидеть и бумаги палить. А ну, клич генерала! Что? Я не пущу я тебя! Куда лезь? Ты куда лезешь? Там хулиганы! Встать, как полагается! Ты с кем стоишь, подлец? Фамилия! Складайте оружие, господин генерал. Складайте, складайте. Хорошо. Солдат, позволь проститься с конем. Ну, это... Конечно, прощайтесь. Вот так. Это можно. И отпускай. Я... Ну, чего держишь, дура. Вот это да. Эх ты, отец мандолина. Да. Эх, тут что-то написано. А ты вот что, ты не колупай, не колупай. Эта шашка уссурийская, она имеет свою историю. Граждан и солдат. Куда ты стреляешь, дура? Как же ты, а? Упустил генерала. Эх, трудно. Без привычки-то. Власть захватывать. Порубил. Какого генерала пустил? Какой великолепный генерал. Мечта! Ну, довольно бесед. Товарищ Дымов. Есть, Дымов. Товарищ Дымов, занимай все выходы. Мы пройдем по дворцу. Если кого поймаешь с вещами, знаешь, что надо делать. Есть. Давай. А ну? Но я сухой вишни и став. Ох, и солодка вишня. На. Не надо. Кинь ты того скаженного генерала. Не могу. Ведь я же ему чуть было честь не отдал. А еще с Лениным беседовал. Да, Иван. Мне в Смольном бумагу дали на веру от товарища Ленина. А я чего? Ну, Иван. Вот это все проклятая рабская душа. Ну, какая цена такому человеку? Так и не Иван. Брось ты меня успокаивать. Что ты меня успокаиваешь? Не успокаивай меня, пожалуйста.
скорей. Кто у вас тут главный над пушками? Я за командира. Товарищ командир, нельзя ли немедленно ударить по бронепоезду? Нельзя. Почему нельзя? Снарядов нет. Почему ж не пошлешь со снарядами? Некого. У нас 3 человека на 2 орудия. Коля! Гляди. А это что? Не того калибру. То есть как это не того калибру? Белатов, покажи. А эти? Трава. Там вашего солдата было. Шагрина! Иван! Иван! Ваня! Ваня, друг! Ваня, друг, не помирай, Ваня! Ишь ты, как тебя садануло, а? Тихо ты. Костя, бинт есть? Есть. Давай сюда. Ничего, я шкатулку маленько поцарапал. Костя, держи. Есть. Перевязывай. Есть. Вот фараоны проклятые. Ну ничего, товарищ командир. До свадьбы заживет. Так, Евтушенко, приказываю, бери людей, дуй на переезд, забей, чем попало путь. Нужно преградить дорогу бронепоезду. Понял? Вали. Эй, хлопцы! Андрей, дуй в Смольный со снарядами. У меня же отряд, как же ты без меня? Ничего. Ничего, твой отряд соединим с моим, с Путиловским. Ладно. Так, так. Шадрин, что есть духу, на Путилове спускай, к утру подкидывают бронепоезд. Ну, что ж ты меня в тыловое ополчение записываешь? Не в тыловое ополчение, а нам здесь нужен свой бронированный кулак. Неужели не понимаешь? Коль, ну чего еще? Дай мне какую-нибудь военную функцию. Чего ты хочешь? Я хочу военную функцию, я хочу бить кадетов калечить. Обожди. Ну, ладно, товарищ Ибисов, я сам себе найду военную функцию. Стой! Назад! Сначала научись дисциплине. К утру бронепоезд должен быть здесь. Со мной! Ну, пехота, пошли. Пошли. А ведь из его командир получится, даю слово. О, утром. Все целы? Кусается сволочь. В чем дело? Разрешите доложить, господин полковник. Путь на Петроград прегражден. Дорога завалена шпалами. Господин поручик, возьмите ремонтную бригаду. Восстановить путь. Слушаюсь, господин полковник. Алло, алло.
Стой, стой, погоди. Пусть подойдут. Тоже кусаемость. Евтушенко, ну? Гранаты рельсу подорвать можно? А что, можно? Можно. Так и опасно. А что? Разве что кольцо зерватое, веревка аршин на 30. Веревкой? Товарищ Щибисов, разрешите рельсу подорвать, а? Я ведь понимаю, сзади бронепоезда, чтобы не ушел, верно? Угадал, только не позволю. Почему? Молод еще. Слушай, Евтушенко, как ты говоришь веревкой? А сюда? Ага. Продернуть. Костя! Костя, назад! Ах, отчаянная башка. Ну, теперь уж не вернешь. Уходят. Уходят золотые погоны. Упустили. Дело. Присядь, покуда грузовик снаряжать. Есть хочешь? Охота. Ульянов Ленин. Впрочем, мы с вами, кажется, знакомы. Знакомы, Владимир Ильич. Ленин, Дымов Андрей. Ехали с фронта, решили посмотреть, что у вас делается. Не беспокойтесь. Броневик готов. К утру кончим. А раньше никак нельзя. Скорее. Мы все силы положим, Владимир Ильич. Смотрите. Я с фронта. А ну, расскажите по порядку, как воевали. Вот выдвинули нас на самый вперед, к станции Александровской. Нет, где? Где Царскосельский парк кончается. Да. Ну, дело у нас пошло хорошее. Заняли мы станцию и начали втягиваться в Царское село. Так. Но тут случилась измена. Идет скачанный бронепоезд, бьет нам в тыл. А на нашей батарее снаряда подвезли неподходящего калибра. А отсутствие порядка и связи чувствуется нами очень остро. А начались все наши неудачи с того, что генерала мы упустили. Не знаю его фамилию, но генерал был настоящий. Ну, просто
Полный генерал, как на картинке. И понимаете, товарищи, какое дело? Командир наш растерялся. А кто у вас командир? Дружок наш, боевой солдат, окопник. Ну, оробел. А генерал как крикнет, солдат, дай попрощаться с конем. И понимаете, не успел мой солдат взять себя в руки, как генерал перемахнул через седло и был таков. Вот какой психологический случай. Такие психологические случаи скоро пройдут. В другой раз солдат перед генералом не оробеет. Сегодня солдат оробел, а завтра не оробеет. Никогда не оробеет. А вы как думаете, товарищ? Ах, это вы, товарищ Шадрин. Я вас помню. Что ж вы здесь стоите? Пойдемте, батенька, с нами картошку есть. Идемте, помогайте, помогайте. Шоцевен гудрит. Своих скликает. Черт, с одним пулеметом против восьми долго не продержимся. Это верно. Есть сигналы. Наши идут, господин полковник. Господа офицеры, ко мне. Товарищ комиссар, там на батарею снаряды подвезли. Много? Счету нет. Ух, спасибо товарищу Ленину. Евтушенко, я к пушкам пошел. Ты здесь гляди в оба. Не давай им ни отдыху, ни сроку. Слышно, Пухин. Оцих боев ще на три дни хватит. Я уже знаю. А як закінчим бой, то піду на базар та купую собі нову гімнастерку. Та ще чоботи. Як грошей хватить. Чуєш, Лопухин? Ну от. Одягнусь і піду до Леніна. Ох, і треба ж мені з ним поговорити. За наше село, за Полтавщину. Чуєш, Лопухин? Лопухин? Лопухин! Нема солдата. Батарея! Огонь! Давай! Батарея! Огонь! Входящая. Готов снаряды? Евтушенко. Не треба. Кінець солдату прийшов. Евтушенко, ти мене розлічаєш? Євтушенко, Жигильов, я Костя. А?
различаем. Не тужи по мне, хлопчик. Заспевай мне песню, пока я погибаю. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо. За счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека. Отряд пришел. Це Микола Чибиса. Це він б'є. Попростимся з тобою у порога. Іван Шадрин Леніна бачив. Навсегда. А я не встиг. Попростимся з тобою у порога. Десь тут вишня була. І быть може.
мировой революции. За нами большинство народа, за нами большинство трудящихся и угнетенных во всем мире, за нами дело справедливости –